Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. Четвертый день, и я забираю 200 вымпелов. Это круто, на самом деле. 200 вымпелов, это как раз в тему. Так, я сразу иду и смотрю. Да чтоб тебе, ну опять нет события. Друзья мои, ну что за дела, а? Когда будет событие? Ну что ж, придется опять сегодня фармить арену. Ну, по-другому никак. Цветочек я заберу. Так, сколько у нас? 8 дней осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь цветочков, 8 дней, блин. Ну ладно, завтра я еще один заберу, потому что будет у меня выходной, но крайний. Потом на работу, блин. Хотелось бы, конечно, получить нового дракончика-то, ребят. Кому бы не хотелось? Я думаю, что ты тоже был бы не против посмотреть, да? Так, что у нас тут? Что за прокачка? Давай посмотрим. Вострозубчик наш родной. Так, давай дальше. Продолжай качаться. Я рано или поздно тебя все равно прапаю. Ты будешь у меня... Что это такое? Ты будешь у меня суперэлитой. Также и душитель. Тоже, ребята, будем его прокачивать. Норма. Так, что у нас дальше? Ну, обычно мы с тобой забираем паки. Давай-ка. Монетки Одина, все дела. Шторморез, ужасное чудовище, водорез. Так, ну и немножечко ресурсов. Давай тогда сразу посмотрим и рекламный пак. Монеты Одина, 6 штук. И дальше у нас идет набор. Так, кревет, древоруб, душитель и капелька ресурсов. Все, да? Кто это такой, а? Что это за дракончик такой интересненький? Дальше, где у нас зеленая тень? Ну-ка, покажись. Блин, опять эту медаль она принесла мне. Мне нужна треска. Я треску хочу от него. Так, почему еще получил уровень? Это хорошо. О, давай-ка проверим, что у нас тут. Скалотряс получит титана или нет? Да вы... Ну, понятно. Ну, это все специально, естественно. Так, забираем с тобой и дальше его... Подожди, он куда полетел-то у меня? А, ну да, полетел тренироваться. Все отлично. Так, древесинку мы здесь с тобой заберем. Сколько у меня места-то еще в этом? О, еще хватает, кстати. Еще хватает. Так, лети. Парень тоже у меня. Прокачивайся. Крылатый ужас. Так, секунду, секунду, секунду. Надо подумать. А ты что сидишь? Давай быстро за древесиной. Так, погоди-ка. Мы с тобой делаем... смотрим, которых драконов нужно прокачать через нашу арену, да? Кстати, надо открыть пак. Громобой, шепот смерти, кривоклык. Вот это хорошо, ребята. И вот этот вот активируем. Эпический пак. Давай смотреть. Громорог. Можно, в принципе, громорога начать прокачивать. Или же парящий прихвостень. Громобой защитник, кстати. Улучшить. Иди-ка обучайся, парень. А то засиделся ты тут. Так, отлично. Но местечко-то еще есть. Еще есть, поэтому давай. Следующего мы с тобой отправим. Так, он у нас уже улучшается, по-моему, да? Да, он уже улучшается. Блин, надо их вывести сюда на панель. На панель. Ну ты понял, да? Вывести сюда вот, чтобы они здесь стояли и чтобы я не путался. Вот, например, вот этого можно убрать. Песня смерти. Вангар, я думаю, да? Потому что мы его как бы, ну, не прокачиваем. И это, честно говоря, не к спеху. Также вот принцесса огнеедов. Ее тоже можно убрать. Тоже вангар. Я сейчас поубираю всех, кого мы с тобой в ближайшее время не будем прокачивать. И выставим тех, кого мы будем прокачивать. Вот что я тебе могу сказать.
В ангар лети. Так, ты... Ты как? Ну, тебя, наверное, можно немножко потренировать. Вот этого, кстати, тоже можно. Ага, все, нету места. Вот так вот потихоньку, потихоньку, не спеша, ребята, будем с вами прокачивать. Что у нас здесь? Давай посмотрим. Ага, что-то сейчас мы с тобой получим. Ну, вряд ли это будет пак. Скорее всего, это будут руны. Я больше чем уверен. Да ладно, пак? Это огромная, ребята, редкость. Это у нас, по-моему, с ресурсами или с чем-то. Да-да-да, это у нас с ресурсами. Ох ты. Подожди, ночная жуть. А у меня такой есть? По-моему, у меня такой есть. А если я отпустить? 12 миллионов. Нет, пока пускай, ребята, он посидит, так сказать, у нас в ангаре. Да. Пускай сидит в ангаре. Как говорится, кушать не просит. И хорошо. А здесь мы с тобой забираем тусклый янтарь. Так, 30 вымпелов. И еще 50. В последний раз мы когда с тобой смотрели, нам нужно было 1000 вымпелов получить для того, чтобы открыть нового дракона. Естественно, премиум. Это брюхоглот, по-моему, так его увеличает. Так, мы с тобой уже какие-то новые получаем штучки, друзья мои. Находим, получаем. И, соответственно, дракончиков сразу же отправляем на дальнейшие поиски. Ну, это яйцо никудышное. Так, поговорить с ними бесплатно. Так, Громгильда, а ты что у меня? Сидишь-то здесь. А ну-ка быстро путешествовать. Все, да? Этот тут сидит, Гаврюша, ничего не делает. Ну, рыбу мне некуда пока потратить. Сколько нам еще ждать? 18... Ребята, завтра, завтра мы с вами улучшаем зал совета. Да, это будет где-то 8 вечера, получается, да? Да. Почему такое дорогое-то вот это вот? Я не понимаю. Циновка вот эта вот. Ну-ка. Так, так, отлично. А, нам не хватило. Нам не хватило. Итого, друзья мои. Итого, сейчас мы с тобой посмотрим, сколько нам вообще осталось. Да, господи, отвяжись ты отсюда. Нам осталось, по-моему, там совсем немножечко. Буквально чайная ложечка. Вечно крыл. Да, друзья мои, еще буквально 4 флага. 4 флага. Блин, ну не могу, ребята. Вот видишь, только вот так вот, если бесплатно. Не хватает рун. Жаль, жаль. Это... Только оттягивает, да, наше приближение к тому, что мы с тобой откроем легендарного дракона. Но сделать я ничего не могу. Ты сам видишь, с рунами большущие пошли проблемы. Как только у нас закончился с тобой премиум ак, мы с тобой стали вот именно ощущать нехватку ресурсов. Причем огромную. Ну что, остается и бежать, сломя голову, на арену. Да, мы еще сейчас, кстати, глянем с тобой, что у нас тут по вымпелам. Ну вот, друзья мои, 10 тысяч мы уже набрали. Нам остается еще 600. Еще 600. Подожди, как, где у нас там этот календарь-то? Блин, я его уже, наверное, не открою. Ну, я думаю, мы, в принципе, ребята, да, сколько у нас? 10 дней. За 10 дней 600 вымпелов, ну, должны накопить. Это даже если в день... По 60. Ну, тут как-то спорный вопрос. Спорные, ребята, вопросы. Но ничего не поделаешь. Так, давай, попробуем сейчас с тобой подраться. Так, у нас в кревет. Я и забыл, что у нас в компании креветик, который заменяет этого ветрокрыла. Поехали. Будем, как говорится, не спеша бомбить. Или будут нас с тобой не спеша уничтожать. Посмотрим. Так. Ага. Получи и распишись, парень. Ну куда ты бочку крошишь? Я думал на самом деле, что он сейчас сделает этот супер удар, баф. Но он не стал этого делать. Ладно. Вжариваем. Ох, как хорошо. А сейчас будешь бафать? Нет, не бафай, ты все здесь.
У Кревета очень слабая атака, именно укусом. У него сильная, вот, как тебе сказать, сильный удар по скиллам идет. О, а, ты пониженную атаку имеешь. Твою же дивизию, на тебе. Ну, Кревета мы потеряли, понятное дело. В принципе, ему тоже кранты. Понизили защиту. Я думаю, что сейчас Кривоклык. Кому ты делаешь баф, парень? Успокойся. Получи и распишись. Ну что, неплохое начало. И мы продолжаем. Ну что, смотри, у нас здесь один 16 уровень. Это злобный змеевик. Мы, наверное, с него и начнем потихонечку, да? Блин, надо Кревета менять. Надо его поменять на кого-нибудь. О, тё-тё-тё. Все, ему крышка, по ходу дела, да? Так, точно. Обалденно. Чё-то я не ожидал, что его так будут быстро уничтожать. Вот серьезно говорю, я не ожидал такого расклада. Слушай, нам нужно с тобой сейчас будет захиляться. О-оу, о-оу. Ты посмотри. Чё я сделал? Все, это фиаско. Это же надо было так тупануть, а? Вот это да, вот это я чуданул. Молодец, лучше не придумаешь. Эй, нас тут уничтожат. Так, если он, конечно, мне не поможет. Он не помогает, смотри-ка. Ну, он сейчас фаербол свой выпустит. Все, нас тут распетрушат сейчас. Да это мне не поможет. То, что я на него эту слепоту вешаю. Оборзел совсем, ты посмотри. Бомбит и бомбит, бомбит и бомбит. Просто без остановки. Все, мне не хватило буквально чуть-чуть. Ну, ничего не поделаешь с этим. Так, друзья мои, я взял себе в отряд Костолома. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Из такого вот отрядика. Так, ну что ты сейчас будешь делать? Понятно. Это все терпимо. Давай, наверное, вот сюда сделаем укус. Я потом хочу просто массово захиляться. Так, подожди секунду. Да, вот так вот сделаем. Замечательно. Сделаем здесь укус. Сейчас раз, два. Втроем они сходят. Ну и потом мы с тобой опять продолжим их уничтожать. Опа! Что такое сейчас было? Броньку, да? Сделал. А мы ее собьем. Мы ее собьем. Блин, ну не добили. Это вопрос времени. Уничтожаем. Так, ну что? Допрыгался кузнечик. Сейчас мы с тобой что-нибудь сделаем. Так, укусик. Вот, что мы с тобой сделаем. Ты будешь у нас как слепой котенок тут ползать. А мы тебя будем уничтожать сейчас. Поехали. Слушай, ну он что-то как-то слабо бомбит на самом деле, вот красный. Именно по атаке. Ну, против зеленых он должен хорошо заходить. Ну вот и по вождям с тобой получаем первый. Шепот смерти, шторморез, костолом, дымодышащий и кривокрив. Не кривоклык, а кривокрив. Это два разных дракона. Ну что, а мы с тобой отправляемся за вторым, так сказать, паком. И я думаю, что мы его получим. Мы его обязаны просто получить с тобой. Так, а вот сардельке-то как раз не повезло. Мы сейчас красненькими-то быстренько с тобой его уничтожим. Я на это надеюсь. Так. Ну, что ты делаешь? Ага, промахнулся. А сарделька знает, кого надо бомбить, да? Так, а если... Нет, я все-таки, наверное, просто вот так укушу. Вот засранец. А если мы сделаем вот так? Прекрасно. Кусь-кусь.
Был бы у кого-нибудь, ребят, такой баф, чтобы он мог снимать вот эти все негативные штуки, которые на нас вешают. Именно понижение атаки, понижение брони. Сарделька, ты не оборзела ли, а? Выпендривается тут, посмотри на нее. Да что такое-то? Я не могу какую-то сардельку уничтожить, ты представляешь? Бомблю, 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 бомблю. И нифига не получается. Так, ну что, давай сделаем, чтобы вот так вот. Опа. Добивочка здесь. А этот сейчас будет фаерболы, да, у нас расплескивать. По идее, так должно быть. Но он почему-то этого не сделал. И зря, потому что это, ребят, смерть ему. Как-то долго у нас поединочки-то идут, очень долго. Я вот думаю, может быть, нам тоже с тобой взять дымодышащего. Но у него 8 уровень, его же быстро расчехлят. Можно громобой, конечно, взять. Тихо, 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 успокойтесь. Да ну. У них что не удар, то какой-нибудь дебаф вешает. Вот заметил, да? Блин, неужели уничтожит, а? Скорее всего, так и будет. Прощай, мы будем по тебе скучать. Так, я, наверное, сюда сделаю укусик. И сейчас мы будем с тобой делать... Или вот так вот нам. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой все-таки. Раз, два, три, сейчас они втроем сходят. Надеюсь, мы выживем. Блин, это сейчас что-нибудь такое придумает, да? Жестко он придумал. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то пошло не то. Ёпрсты. Оглушение. На пол хп. Укус. И добивка. Вот это я поиграл. Так, все, срочно замену. Замену. Не знаю почему, но я вернул обратно Барсика. Ох, не знаю. Барсик на самом деле бесполезный. У него нет суперударов. Единственное, что у него есть, это две атаки. Ну и его высокий уровень. Так, тихо, что там? Отлично. Все-таки ветрокрыл, мне кажется, несмотря на то, что у него и слабый удар, но он очень хорошо заходил. Он же иногда и замораживал, да? Да и вообще у него очень много плюсов. Так, мы сейчас с тобой попробуем быстренько уничтожить ветрокрыла до того, как он накопит себе супер удар. Твою налево. Так, если я бомбану. Е! Удачно. Я рискнул, ребята, и, как видишь, риск оправдался. Не хотелось бы терять ты мне, а? Блин, вот теперь пробивай. А, хотя у нас есть слепота. Ну тогда все, тогда ему крышка, друзья. Что он тут сделал? Да ничего. Мы сейчас его тут с тобой нахлобучим по полной программе. Угу. Опять слепоту. И последний удар. Это будет для него роковым. Вот и все. Погнали дальше. Так, ну смотри, у нас здесь с тобой опять Громорог 16 уровень, да? Плюс Кривоклык 16-го. Как быть? Давай, наверное, вот так все-таки. А этот сейчас будет бафать Громорог. Что-то вот мне почему-то кажется, что именно сейчас бафом будет вешать. Нет, не стал. Почему-то мне от этого не легче, а? Почему-то мне от этого, друзья мои, не легче. Так, потом мы сходим с тобой, да? Мне бы хильнуться, как вот только. Как вот мне хильнуться? Я не успею, да? Нет, почему успею? Прекрасно. Очень даже хорошо. Так, ну сейчас, естественно, добьет. Фу, да он промахнулся. Фу, позор тебе. Так, пятая энергия сейчас будет что-то делать. Почему он не использует свою суперсилу, а?
Не знаю, друзья. Но я знаю, что мы с тобой победили. И забираем пак. А вот и он. Ну-ка. Кревет, кстати, кревет скоро прокачается у нас до 13 разряда. Парящий прихвостень и кривоклык. Все, да, получается на этом. Ну, все так все. Я здесь больше сделать ничего не смогу, ребят. Даже если бы хотел. Жду события. Очень сильно и очень долго я его жду. Все никак не дождусь. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, можно и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!